Всем здорово, ребят. Ну что, у нас сегодня немочка и нестандартный трешечок, купончик у нас открылся. Я забрал, получил 200к кулаков. Довольно-таки неплохо. Я считаю, как на халяву. На этом, на английском сервере я словил сегодня купон. Вот так вот, 200к кулаков. Вообще просто супер. Раньше, знаете, это была мечта. Также у нас открылось сегодня дерево, но, к сожалению, у меня уже нету монет. А точнее, нету гемов, а не монет, и не могу забрать. Но, в принципе, относительно неплохое дерево. Я буду на него теперь копить, опять же, 2 недели. Самики. Это получится уже как раз где-то под обнову. Я надеюсь, оно появится, и мы отсюда заберем плюхи. Я решил сегодня также дополнительно попробовать пройти. Я в прошлый раз что-то провтыкал за пределы пройти. И сыграть, я не знаю, я сейчас открою 11, посмотрим, как пойдет. Почему 11, вы сейчас поймете. Монеток. Есть шанс ловить божество. И есть шанс ловить с обычного приза Феникса. Ну, это, наверное, один из топовых героев для бездоната, который, в принципе, мне тоже нужен. И мы попробуем сейчас его вытащить. Я надеюсь, у нас зайдет. Также можно словить 100 сундуков пятых. Это реально бомбически. Но остальные награды такие себе. Плюс-минус. Мастер рун у меня есть. Ну, берсеркер мне, в принципе, не нужен. Так как я уже прошел подземки. Ну, в общем, поехали, пробуем. Так, эмблемка есть. Камешки. Пакеты, да, конечно, падает. Ну, в принципе, кроме этой акции, некуда больше тратить. Дайте Феникса, блин, живодеры. Так, и вот видите, 10 монеток улетает. Поехали. Сундук. Блин, ну ладно, давайте, короче, тратим все равно уже, что терять. Второй приз, понятно, мы уже не получим, то есть шансов у меня получить божество нет. Ну, хоть позабираем плюшки. Да, Феникса словить, конечно. К сожалению. 3. Да, блядь, это пиздец. Поставили по лайку, ребята, я вытащил то, что я хотел. Я получил... Офигеть просто! Кайф! Я получил Феникса. Ну, я считаю, это реально. Это просто жестко. Блин, ну что я могу сказать? Кайф! Вот смотрите, сейчас давайте я места освобожу. Какие мы плюхи получили, ну... Затрата монеток. Монетки я копил. Я специально их не тратил. Сейчас я попродаю, освобожу места. Ну, блин, теперь мне надо копить самоцветы и апать 145к. Апать будем Феникса, а что делать? Какие есть еще варианты? Да, вот теперь мне еще проще будет, по сути, на битве гильдий. Ай, блин, не то открыл. Надо было не открывать, ладно. Кайф. Ну чё? Блин, конечно, жалко, мы не вытащили. Вытащили бы божество, это было бы вообще супер, но... Я вам скажу и так, мы вытащили Феникса, и это реально круто. У меня есть Лис, у меня есть Феникс. Теперь мне проще будет с волнами, но, конечно, надо будет прокачать. Это будет реально сложно, я это прекрасно понимаю, но будем пробовать. Так, давайте освобождаем места, потому что там у нас дофигище сейчас будет еще дополнительно плюшек. Такс. Кайф. Так, открываем эти все сундуки. Только места занимают. Супер. Ну, что еще можно хотеть на бездонате? Коробки есть. Давайте откроем. А, мы еще его не забрали. Вот так вот, ребят. 200 слизней, 50 этих. 15 эмблем, офигеть, я думал там по одной, а тут целых 15, я офигею. Ну, что я могу сказать,
Я получил реально на халяву Феникса. Супер. Супер. Поехали, откроем. Да, это еще один, ребят, еще один удачный день на бездонате. Это один из таких топовых дней. 15 восьмых эмблем. Смотрите, здесь мы получаем питомцев. Реально на немке кайфово. Для бездоната играть плюх, как видите, дофигища. Плохо, конечно, здесь нету возможности получить, так как на других серваках донатные карты, нету топового магазина. Но я вам скажу так, здесь есть куча других возможностей для хорошей прокачки бездонатного аккаунта. Так, сейчас подоткрываем. Надо будет, конечно, манку подкачать, чтобы их попрокачивать. Но, в принципе, у меня должно хватить. И надо будет заняться скиллами питомцев. Давайте откроем. Супер. 30 берст, 30 штук, нифига себе. Ну, вот это самое основное. Поехали, сразу открываем. Чик, блядь, дайте ремку. Пиздец. Ну вот скажите, это нормально? Ни одной ремки на аккаунте, ни одной. Куча воодушевлений, железка, изворот, исцеление, СО, психощит. Ни одной ремки, просто ни одной. Вот как это назвать? Ну это какая-то непруха, я не знаю, какой-то заколдованный аккаунт. Просто тупо ремки не падают. Я уже не знаю, что делать. Я уже не знаю, как шаманить, в какие бубны бить. Просто тупо не прет. Но зато есть возможность вытащить. У меня реально здесь герои собираются. Обалденнейшие. Такс. Супер. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Сейчас пятая ремка. У меня уже скин даже есть. Да, ремка мне надо. Ну, мне однозначно надо только на него ставить ремку. Других вариантов, в принципе, нету. Изи просто. Просто, ребят, просто изи. Ну, потом оживу. Так, давайте здесь подкачаем. Ну, отлично, смотрите. Нормально так, нормально пойдет. Вот это мне нравится, вот это реально нравится. Кайф. Просто кайф. Так, это понятно. Тут у меня по акциям. Вот такое что-то на самике маловато. Ну, с этим будем разбираться. В общем, что я могу сказать? Реально кайф. Что, попробуем одним огником? Как обычно, как в добрые старые. Посмотрите, поднял только силу и сразу же огник попался. Просто тупо сразу же огник. Я сейчас хочу, кстати, вот так вот сделать. Стартануть, посмотреть, сможет ли он забить их или нет. Это первый этаж, в принципе, по идее, должен. Да, он, в принципе, их подбивает. Он 30-го прорыва, они слабенькие. Видите, они очень слабые. Поэтому тут не надо бояться. На первом этаже можно еще нападать. Ну, теперь у меня, в принципе, плюс-минус герои хорошие есть. Надо будет теперь питомцев подкачать и пробовать шатать топов на битве гильдий. Так, я надеюсь... Блять, мы сейчас, мне нравится, вот мы сейчас можем просто тупо на нем зависнуть, я его фиг убил. Такое тоже, кстати, может быть. В принципе, он слабенький, отлично. Отсмотром молчанку. Нифига себе, еще один огник, я офигею, не, это жестко. Я при том, что я поднял на пару тысяч еще силу, видите, я зашел за 120к и началась печаль реально. Начали просто тупо нормальные противники попадаться. Ну, точнее, боты по силе. А было все нормально. Смотрите, опять огник. Офигеть. Третий огник на первом этаже. Нет, это что-то реально жестко очень. Я в шоке.
Честно говоря, я немножко в шоке сейчас с того, что я вижу. Ну, я надеюсь, дальше будет попроще. Это я надеюсь. На первом этаже такие уже сюрпризы. Я боюсь представить, что будет дальше. Ну, видите, проходится этаж очень быстро. Первый. Так, есть. Оккультисты. Не, реально, выселение, смотрю, очень пошло. Надо либо, ну хотя у меня тут все на второй эволюции, те, которыми я пользуюсь, либо поделать хотя бы первые эволюции, поскидывать героя, но я думаю, я очень мало... Ай-яй-яй-яй, не посмотрел, что там Фрея. Очень мало получу. Ну, в принципе, этих я разбираю. Роза не страшна нам, а вот с Фрейкой, наверное, мы можем застрять. Да, может быть печаль. Ладно, буду пробовать дальше проходить. Пишите комменты, ставьте лайки. Просто бомбический день. Я надеюсь, вы тоже что-то достали. Я ловил, конечно, у меня была надежда, но я словил его. Но и хотел еще, конечно, божество получить, но шанс, как видите, там очень маленький. Все, всем удачи, всем пока.